Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 1 февраля, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Федора. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «Божий дар». Небесным покровителем его является блаженный Феодор Новгородский, Христа ради юродивый. Давным-давно, в XIV веке, в славном городе Новгороде жил мужчина по имени Феодор. Все вокруг было наполнено мирскими благами. Только не по нраву они были христианину, и решил он от них отречься. Все свое накопленное имущество он отдал беднякам, а сам предался бедности, не имея крыши над головой и даже теплой одежды. Дни и ночи блаженный проводил на папертях, а полученную милостыню отдавал беднякам. Время то было непростое, наполненное междоусобицами. И Феодор решил занять одну из сторон. Достал обличать грешников. На противоположной стороне города был свой юродивый, блаженный Николай Качанов. Кто из них посягал на противоположную сторону, сразу гнался оттуда палками. И вот однажды убегал блаженный Феодор от Николая. Да предстала пред ним река, подобно Иисусу. Пробежал он по ней, как по суше. Частый гость храмов, блаженный Феодор, беспрестанно молился о спасении новгородской земли и наставлял на путь истинный местных жителей. Господь наградил его даром прозорливости, а он, в свою очередь, предсказывал местным скорый неурожай и большой пожар. Однажды ночью, находясь около обители, перед Феодором предстал ангел, который возвестил ему о скорой кончине. Попрощавшись с новгородцами, блаженный Феодор упал замертво на землю. Погребли его около церкви, а вскоре мощи его стали исцелять страждущих. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Макара, Марка, Савву, Арсения, Антона, Петра и Николая. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!